По сценарию учения в 10 часов на территории автовокзала Приокский был обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Территория вокзала была оцеплена, сотрудников и пассажиров эвакуировали. Возможно, это взрывчатое вещество. Вскоре группой вооруженных преступников в районе села Дубровичи был захвачен междугородний автобус с пассажирами. Оперативная группа оцепила прилегающую территорию, жители эвакуировали из опасной зоны. В ходе переговоров склонить террористов к отказу от преступных действий не удалось. Они стали выдвигать заведомо невыполнимые требования и угрожать убийством заложников. В результате проведения боевого мероприятия преступники были нейтрализованы, заложники освобождены. После этого был ликвидирован очаг возгорания и разминировано транспортное средство. Пострадавшим оказана медицинская помощь и организована доставка в лечебные учреждения. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, учение продемонстрировало готовность оперативного штаба к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона. Дина Исляева, телекомпания «Город».